Привет, друзья! Меня зовут Игорь Ким. Сегодня у нас медитация прощения денег. Наш мозг и психика так устроены, что мозг не идет навстречу стрессу или боли, или страху. И очень важно сделать так, чтобы для твоей психики и для ума от денег не было стресса. Почему так происходит? Потому что очень много ситуаций в жизни человека, когда нам нужны были деньги, но их не было. Когда из-за денег нам приходилось унижаться. Когда нам из-за отсутствия денег мы вынуждены были там недоедать или есть то, чего мы не хотели. Были ситуации, когда ты хотел себе купить хорошую одежду, а денег не было, и это откладывает свои определенные стрессы в твоем головном мозге и создает негативные заряды. И для того, чтобы убрать эти негативные заряды, мы проделаем сегодня с вами эту медитацию. Сейчас примите удобную позу, закройте глаза, сделайте глубокий вдох, выдох. Я прошу прощения у денег за то, что считал, что они достаются только тяжелым трудом. Я прошу прощения у денег за то, что часто упускал возможность их заработать. Я прошу прощения у денег за то, что считал, что большие деньги мне не заработать. Я прошу прощения у денег за то, что раздражался на них, когда их не хватало. Я прошу прощения у денег за то, что считал, что большие деньги для меня недосягаемы. Я прошу прощения у денег за то, что считал их грязными. Я прошу прощения у денег за то, что не радовался тем деньгам, что у меня были. Я прошу прощения у денег за то, что испытывал страх, что деньги скоро закончатся. Я прошу прощения у денег за то, что редко их благодарил. Я прошу прощения у денег за то, что думал, что они не любят меня. Я прошу прощения у денег за то, что думал, что деньги приносят несчастье. Я прошу прощения у денег за то, что считал деньги недостойными моего времени и усилий. Я прошу прощения у денег за то, что был высокомерным по отношению к ним. Я прошу прощения у денег за то, что не умел сохранять и приумножать их. Я прошу прощения у денег за то, что считал, что у других денег больше, и они неправильно распределяются. Я прошу прощения у денег за то, что считал, деньги могут меня испортить. Я прошу прощения у денег за то, что боялся, что люди будут завидовать мне, если у меня появятся деньги. Я прошу прощения у денег за то, что легко терял возможность заработать деньги и не боролся, уступая их другим. Я прошу прощения у денег за то, что осуждал тех людей, которые прикладывали много усилий для получения денег. Я прошу прощения у денег за то, что был уверен, что любовь к деньгам – недостойное и низменное чувство. Я прошу прощения у денег за то, что осуждал деньги за их постоянное отсутствие. Я прошу прощения у денег за то, что не любил их. Я прошу прощения у денег за то, что не ценил те счастливые моменты, которые были у меня благодаря деньгам. Я прошу прощения у денег за то, что не умел принимать денежные подарки с благодарностью.
Я прошу прощения у денег за то, что не доверял им. Я прошу прощения у денег за то, что недостаточно ценил их. Я прошу прощения у денег за то, что ненавидел их, когда мне не хватало на покупки. Я прошу прощения у денег за то, что нерационально их использовал. Я прошу прощения у денег за то, что считал, что они несправедливо распределяются. Я прошу прощения у денег за то, что считал их бездуховными. Я прошу прощения у денег за то, что считал неприличным говорить на тему денег. Я прошу прощения у денег за то, что раздражался на них из-за их непостоянства. Я прошу прощения у денег за то, что обвинял их в нелюбви ко мне. Я прошу прощения у денег за то, что считал их преградой на пути к искренним отношениям. Я прошу прощения у денег за то, что относился к ним небережно. Я прошу прощения у денег за то, что считал, что деньги развращают. Я прошу прощения у денег за то, что считал деньги причиной всех моих проблем. Я прошу прощения у денег за то, что не радовался им, когда я получал их. Я прошу прощения у денег за то, что относился к ним безразлично. Я прошу прощения у денег за то, что не требовал их, когда мне нужно было забрать долг. Я прошу прощения у денег за то, что считал их злом. Я прошу прощения у денег за то, что стеснялся брать их за проделанную работу. Я прошу прощения у денег за то, что при возможности заработать их отдавал предпочтение другим интересам. Я прошу прощения у денег за то, что в разговорах я часто упоминал, что у меня нет денег. Я прошу прощения у денег за то, что был уверен, что любовь к деньгам – недостойное и низменное чувство. Я прошу прощения у денег за то, что перекладывал на них ответственность за свои неудачи. Я прошу прощения у денег за то, что вел себя с ними глупо. Я прошу прощения у денег за то, что бездарно их тратил и до сих пор не научился их копить. Я прощаю деньги за их непостоянство по отношению ко мне. Я прощаю деньги за то, что не приносили мне столько негативных ситуаций. Я прощаю деньги за долгую нелюбовь ко мне. Я прощаю деньги за то, что они иногда превращали мою жизнь в кошмар. Я прощаю деньги за то, что их не было, когда они были очень нужны. Я прощаю деньги за то, что они давили на меня. Я прощаю деньги за то, что не поставили меня в зависимость от них. Я прощаю деньги за то, что обходили меня стороной. Я прощаю деньги за то,
что они мне так тяжело доставались. Я прощаю деньги за то, что они легко достаются другим. Я прощаю деньги за то, что их всегда не хватает. Я прощаю деньги за то, что они портят мои отношения с людьми. Я прощаю деньги за то, что они приходят в нужном количестве. Я прощаю деньги за то, что у меня у других их больше, чем у меня. Я прощаю деньги за то, что из-за них меня часто ругали в детстве. Я прощаю деньги за то, что они служат причиной конфликтов с близкими людьми. Я прощаю деньги за то, что боюсь остаться без них. Я прощаю деньги за то, что должен из-за них заниматься скучной работой. Я прощаю деньги за то, что испытываю тревогу, страх и жадность, когда их нет в моей жизни. Я прощаю деньги за то, что мне приходится тратить много времени, чтобы их заработать. Я прощаю деньги за то, что они быстро заканчиваются. Я прощаю деньги за долгую нелюбовь ко мне. Я прощаю деньги за то, что теряю на своей работе здоровье. Я прощаю деньги за то, что все мое время уходит на их зарабатывание, и у меня совсем нет свободного времени. Я прощаю деньги за то, что я их теряю. Я прощаю деньги за то, что не ценил их. Я прощаю деньги за то, что я их воровал в детстве. Я прощаю деньги за то, что из-за них мне завидуют. Я прощаю деньги за то, что часть их имеют недостойные люди. Я прощаю деньги за то, что я к ним безразличен. Я прощаю деньги за то, что их не было, когда я в них очень нуждался. Я прощаю деньги за то, что из-за них люди становятся прижимистыми и жадными. Я прощаю деньги за то, что из-за них мне приходилось работать на непрестижных и низкооплачиваемых работах. Я прощаю деньги за то, что любимая работа малооплачиваемая, и мне приходится подрабатывать. Я прощаю деньги за то, что жизнь моих родителей из-за нехватки денег пошла наперекосяк. Я прощаю деньги за то, что из-за них я обманывал, и люди обманывали меня. Я стираю все негативные воспоминания о тех горьких минутах, которые были из-за нехватки денег. Я стираю все негативные воспоминания о том, что деньги достаются мне тяжелым трудом. Я стираю все негативные воспоминания о том, что могут быть несчастлив из-за отсутствия денег. Я стираю все негативные воспоминания о том, что деньги обходят меня стороной. Я стираю все негативные воспоминания о том, что мне приходилось от многого отказываться из-за отсутствия денег. Я стираю все негативные воспоминания о том, что я беззащитен перед деньгами и миром, когда денег нет. Я стираю все негативные воспоминания о том, что деньги могут навредить мне. Я стираю все негативные воспоминания о том, что считал людей с большим количеством денег хитрыми и лживыми.
Я стираю все негативные воспоминания о том, что я боялся иметь деньги в любом количестве. Я стираю все негативные воспоминания о том, что я ругался из-за денег. Я стираю все негативные воспоминания о том, что обижался на деньги, когда не мог что-то купить. Я стираю все негативные воспоминания о том, что я осуждал деньги и довольствовался малым. Я стираю все негативные воспоминания о том, что отдавал деньги словами «возьми и подавись». Я стираю все негативные воспоминания о том, как я раздражался, что мне не хватит денег для оплаты по текущим счетам, долгам и кредитам. Я полностью стираю все негативные воспоминания о том, что у меня не может быть денег на самое необходимое и еду. Я стираю все негативные воспоминания о моих ссорах с родителями из-за денег. Я стираю все негативные воспоминания о том, когда я воровал деньги. Я полностью стираю все негативные воспоминания о том, когда я мало зарабатывал, и я очень переживал из-за этого. Я полностью стираю все негативные воспоминания о том, когда у меня не хватало денег на вкусную еду, и я покупал только самое необходимое. Я полностью стираю все негативные воспоминания о том, что я когда-то боялся денег. Я полностью стираю все негативные воспоминания о том, что я не ценил деньги. Я полностью стираю все негативные воспоминания о том, что я уходил от возможности заработать деньги. Я полностью стираю все негативные воспоминания о том, что я считал деньги причиной всех моих проблем. Я полностью стираю все негативные воспоминания о том, что я не принимал и не приумножал деньги. Я полностью стираю все негативные воспоминания о том, что у меня крали деньги. Я полностью стираю все негативные воспоминания о том, что из-за нехватки денег считал себя неполноценным. Я забираю всю энергию из своих воспоминаний о тех случаях, когда мне не хватало денег. Я забираю всю энергию из всех энергетических зарядов, которые были поражены из-за моих конфликтов из-за денег. Я забираю всю энергию из всех энергетических зарядов, которые были поражены ситуациями, когда я не мог отдать деньги вовремя. Я забираю всю энергию из всех энергетических зарядов, которые были поражены, когда меня не возвращали долги. Я забираю всю энергию из всех энергетических зарядов, когда меня обманывали на большую сумму денег. Я забираю всю энергию из всех энергетических зарядов, которые были созданы, когда я конфликтовал из-за денег с близкими людьми. Я забираю всю энергию из всех энергетических зарядов, когда я выяснял отношения по работе из-за денег. Я забираю всю энергию из всех энергетических зарядов, которые были порождены моими страхами, что я останусь навсегда без денег. Я забираю всю энергию из всех энергетических зарядов, созданных переживаниями, что я не использовал возможность заработать больше денег. Я забираю всю энергию из всех энергетических зарядов, когда у меня был страх из-за нехватки денег. Впредь я запрещаю себе любые переживания из-за денег. Впредь я запрещаю себе ограничивать себя в возможности иметь любое количество денег. Я полностью очищаю свое тело от всех негативных воспоминаний, связанных с деньгами. Мое тело наполняется чистой, прозрачной энергией, которая легко продвигается по нему. Мое тело наполняется внутренней силой. Я горжусь своим решением полностью простить деньги и впредь относиться к ним позитивно и доброжелательно. Мое будущее в отношении с деньгами светлое и прекрасное. Я с любовью и благодарностью принимаю все добро, приходящее в мою жизнь. На этом у нас все. Эту медитацию я рекомендую проходить
один раз в день в течение 40 дней подряд. Но если ты не будешь действовать, тогда хотя бы как минимум один год каждый день слушай эту медитацию для того, чтобы убрать основные негативные заряды, связанные с деньгами. И ты научишь свой мозг позитивно думать о деньгах. И они придут в твою жизнь. Желаю вам изобилия и богатства.